Равно и ровно. Ровно и ровно. А также корень мак. И мок. И корень мок. Мок. Мокрый. Мак. Мокрый. Давайте разберемся с первым. Равно и ровно. Равнина и ровно. Значит, действительно, есть слово ровный. Где ошибиться нельзя? Равнина. Но можно, скажем, что-нибудь подравнять. Равнина. И сделать ровно. Равнина. 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 Я напишу через «о» подровнять. Пишем вместе со мной. Подровнять. Но сделать что-нибудь равно. Уравнение. То есть это что-то равное. Равновесие. Равновесие. Почему пишу через «а»? Потому что уравновешивается как-то равно две. Как бы что-то уравновесится. Тут, конечно, тоже не без странности и не без исключений. Скажу слово «уровень». Мы напишем через «о». Уровень. Он как бы вровень с чем-то. Да? Слово «уравнение» я напишу точно так же. Уравнение. С корнями «мок» и «мак». Что полегче и посложнее? Я бы сказал «и полегче, и посложнее». Что значит «и полегче, и посложнее»? Ничего не значит. Промокнуть. Это значит совсем вымокнуть. Вымокнуть. Стать совсем мокрым. А вот скажем, если я что-то только обмакну, то я напишу через обмакну. Обмакнуть перо в чернила. Значит, здесь зависит не от ударения, не от суффикса, а от значения. Именно так, от смысла. Обмакнуть, но промокнуть, вымокнуть, замочить, обмакнуть. Давайте сами попробуем какие-то примеры с этими словечками составить. Так, будьте любезны, от вас предложение. Интересное, красивое, любопытное. Другие суффиксы, приставки. Скажем, выровнять. Правда? Кстати, можно выравнять, а можно выровнять. От значения это будет зависеть. А вот где корень мак и мок, там прочее. Маша, вы там? Как? Мочь. Мочь, конечно. Можете ну-ка. Я обмакнул своего кота в чернила. Хорошо коту пришлось? Очень. Я писал одно письмо. Хотела обмакнуть перо в чернила, но пролила их в чернила. Да? Как? Письмо не пойдет. Мак вытер. Да? Будем мак, обмакнуть. Так, хорошо. Пробуем. Намок. Правда? Пока я шел по ровной поверхности, я с тобой здорово промок под дождем. В компьютерной игре Кэтсан я прошел 42 уровня. Поздравляю, прошел. Пока у вас скучно. Вот честное слово, скучно. Из мокрого плаща вылезли мокрые и слизкие динозавры. Из мокрого плаща вылезли мокрые и слизкие динозавры. Это, по крайней мере, интереснее.
согласись. Да? Оно, по крайней мере, неожиданно. Подсказка. Если вы не знаете, как сделать предложение интересным, подставьте туда, возьмите еще одно словечко, не имеющее отношения к этому. Вот не маг и мог, не равно и ровно. А два и два. А скажем знаменитое слово черепаха. Правда? Да. Хотите? Однажды Володя стал ровным, плоским и квадратным. Но пошел дождь и превратился. Дождь превратился? Нет, он превратился. Тогда он надо вставить, да? И превратился в того, кем он был раньше. Круглым и шаровым. Почему бы и нет? Так, это, по крайней мере, история. Да? Только он вставил, да? Целый сюжет. Вчера я видела, как сбежавшая из зоопарка обезьяна вымыла под дождем. И взяла к себе. А дома на моем столе стоит чернила, которую пролила на себя эта обезьянка. Она пошла в ванную, и тогда она увидела себя. Зеркало. Она, видимо, испугалась своего отражения, да? Выпрыгнула с пятого этажа и сравнилась со спальней. Страшная история, печальная, да?